Итак, сейчас мы находимся в самой точке зоны АТО. Это улица Листопрокатчиков. В доме улица Листопрокатчиков 19, окна все целые. Еще. Сейчас мы вам покажем всю местность Листопрокатчиков. Все дома. Да, тут все целое. Даже машина стоит. Тут все нормально. Будем надеяться, что так все и будет. Этот дом я не знаю. Вот на него ближе. Там скажу точно. Я тоже всех посмотрела, поэтому все нормально. Вот. В этом доме дырочка в подъезде небольшая. Ну это беды. Нет. Сильный ветер. Вот барабан этот подъезд, вон сбоку целый был. А нет, вон сбоку нет у кого-то окон. Раз, два, три, четыре, пять. На пятом этаже в угловом стекол нет, ну там уже заделали. Вот. Идем дальше. Сейчас вам скажу номер этого дома. Так, тут... Старака дублер. Ну тут, в принципе, более-менее нормально. Хотя посмотрим, что находится с той стороны. Люди чинят. Да я не снимаю. Здрасте. Здравствуйте. Этот дом какой, я не знаю. В общем, нет обозначения дома. Вот как-то так выглядит у людей балкон. Да. Сейчас подойдем с другой стороны. Какой-то дом, не знаю. В общем, напротив Листопрокатчиков 19. Балкона не нести ничего. Бедные люди. Так, пошлите дальше. Давай, пошли дальше. Вот напротив дом. Местами стекол нет. И не только. Да. На Буслая он лучше садить. Там покруче. Там Чапаева воду, а? Там уже были. Так, здесь стекла есть. Да, тут, ну как, местами стекла, но тут в основном стекла есть. Который, второй подъезд, ему больше повезло. Тут у всех стекла есть. Так. Ну почти. Не, ну у второго у всех есть подъезда, балкон. А, ну то не пластиковое, даже не так обидно. Так, вот он дом напротив. Вот напротив дом. Так, кто здесь живет, сразу узнает свой дом. Улетаем последний гусь, а то я вовсе ебанусь. Там сейчас пол крыши не будет дальше. Деревяшками позабивали. Да, кто чем позабивал? Не было, походу, что... Вот не в этом подъезде живут самые добрые в мире люди. Когда мы попали под град, когда мы снимали видео, они нас пустили в подвал. Спасибо вам, люди, вы самые лучшие. Вот сейчас мы вам покажем, как нет пол крыши. Там уже окна забивают. А это улица Прокатчиков 15. На 17 найти. Блин, из-за солнца ничего не видно. Ну извиняйте. Снимаю на фотик, но все равно ничего не видно. А, вот видно. Это улица Прокатчиков 15. Так, дом напротив. А, вот еще дом. Не сняли, туда не дошли. Не знаю, какой это дом. Ну вот, людей. Там и нет балкона. Есть такой. Бедунный ветер, тут холодно. Так. Вот, что-то копают.
Так, вот еще один домик. Тут более-менее балконы всех целы, только стекол местами нет. Так. Мало ли кто-то на балконе. Так, идем дальше. Сейчас с другой стороны покажем дом. Многих интересует улица Листопрокатчиков. Вы сейчас ее увидите. Бедные люди, которые здесь живут. Тут подвалы круче, чем квартиры. Настолько обустроены, даже в подвалах и печки, и кровати. В общем, все как дома. Ой. Так. Другая сторона выглядит так. Ой, там снаряд попал. Походу дела в квартиру. Стреляли даже. Да низу просто волна не дошла. Нет, осколками побило. Ну какой ужас был. Так. Тут как-то все так странно сделано. Поднимаемся выше. И ну тут. То ли не было стекол, то ли их выбило. Это не могу дуплить. Короче, ну, тут ламицин этот артобстрел. Да, совсем. Ну, в общем, вот так вот выглядит улица Листопрокатчиков. Возле Путиловского леса. Вот кусок крыши. Ой, тут их много. Смотрите, вот еще. А я по этой трубе залазил на крышу. Очень мило. 16 лет. Ну, повторяюсь еще раз. Вот как-то так выглядит улица Листопрокатчиков. Ой, о, дом 17. Вот я кто-то просил 17 дом снять. Сняла? Да, это самая точка зоны АТО. Тут больше всего артобстрел. Вот так вот защищает нас Нацгвардия от террористов. Да, только вот непонятно, кто от кого защищает. Ну, в общем, защитили на ура, спасибо вам за разбомбленные дома. Между прочим, новые, новостройки. На этом мы наш репортаж заканчиваем. Школу 117. Я уже снимала школу. Покажи меня, я помашу. Вот это редактор всех видео. Автор. Автор, точнее. На этом мы репортаж наш заканчиваем. Это была улица Листопрокатчиков. Еще увидимся. Пока. Нажимай на кнопочку.